Тик-так, Симпсоны. Всем привет. Привет. Мини-челлендж перед приготовлением вкуснейших тик-так кексов. Сначала, поскольку мы все эти вкусы не пробовали, мы решили их попробовать в наших веселых масочках и уж потом приготовить эти кексы. Так что пробуйте вместе с нами. А потом мы замесим все это в кексы. Смотрите вместе с нами, какие на вкус эти тик-так. Давайте попробуем. Мы их достанем, наверное, да, и перемешаем. Ну, мы их можем все открыть, а потом перемешивать и пробовать закрытыми глазами, как обычно мы это делаем. Не нюхай. Не нюхай? Я уже такой, ты опасный. Я уже ноздрю навострил. Если вы помните, там Фанта Челлендж, он прям изнюхал все. Я уже ноздри навострил. Ноздри навострил? Да. Закрывай. Давай, о, давай делай так. Давай мы оба одеваем маски. Да, и мешаем. Кто-то выбирает. Да. Давай ты, девочка, ты первая выбираешь. Так, ты что, мешаешь? Да. Ну давай. Я помешаю, ты тебе помешай. Я тебе помешаю. Чтобы все было честно. Давай, выбирай. Так, я выбрала. Давай, насыпай. Как в рекламе, две кидай. Две? Да, две как в рекламе. Не, ну мне одну можно, ладно. И мне одну. А сейчас нюхать можно? Давай ешь. Что там мятное? Мятное? Угу, не знаю почему. Это какой-то странный вкус. Ага, мята пошла. А я ее разгрызу. И я тоже разгрызу. Так еще больше непонятно. Ну давай, предполагай. Готов? Нет. Раз, два, три. Я думаю, что это марш. Блубери. Блубери, да. Да. Блин, нет. Это клюква малина. Еще неизвестно, кому вот что попалось. Вкусу, да. Что кому попалось, клюква или малина. Да, посмотрим. Нет, уже не посмотрим. Уже все, у тебя красители не осталось. Но никто из нас ни клюкву, ни малину не угадал там. Да. Ну вот, блин. Мы не угадали. О, давай вкусывать половинку. Одевай маску. Давай, может, так. Одевай маску. Я одел. Я мешаю. Та-дам! Они ничем не пахнут. Ты понюхал? Нет. Это пончик, походу. Очень. На вкус? Я потом расскажу. Ну, давай, раз, два, три. Я думаю, что это пончик. Пончик. На вкус как жженый сахар, знаете, вот прям вот, вот эти. Это клубничный микс. Оно мятное? Это клубничный микс! Он мятный. Они все чуть-чуть мятные. Вот когда смотришь на упаковку, похоже, что там есть клубника. У меня тоже была розовая. И у меня была. Это хорошо, мы хотели одинаково. Разгрызу. Это очень странно. Ну вот когда разгрызем, похоже. Так, ну ладно, тут самое интересное осталось, давай. Эти выкинь. Давай. Фигня какая-то. Мешай. Надеюсь, те не мятные. Вот я выбрала, я тоже очень надеюсь. Надеюсь, у меня очень вкусное что-то. Так, ну что? Не нюхаем же, да? Давай. Жида. Не нюхаем жида. Я знаю, на 100% уверена. Как, каким образом? Не, ты не раскусывала? Еще нет. Узнала вкус. А, все, теперь почувствовала, да. Раз. Раз, два, три. Бубль-бум. Да. Угу. Он просто сначала мятный. Нет. Блин. Что? Да ладно. Это блубери, да? Как оно вообще называется правильно? Угу. Очень похоже на бубль-бум. Не могли же. Это черника, по-моему, вообще. А, голубика. Блин, где голубика. Это написано? Голубика. Голубика. Это голубика. Мятный бубль-бум какой-то. Блин, давай дальше. Быстрее, так. Я мешаю. Надо. Я мешаю. Да? Хорошо. Ты же выбираешь. Вот раскусила, на голубику стало похоже вообще, да. Стало похоже чуть-чуть. Вообще, когда знаешь вкус, все на все когда похоже. Когда знаешь вкус, да, сразу похоже. Давай. Хоть бы панчик, хоть бы панчик. Тут надо еще, знаешь, кофе в рот полоскать после каждого. Мы теперь будем пробовать каждый этот. Ну, сразу не снимая маску, потому что, чтобы не узнать, какой был какой, правильно? Это маска. Ну, это точно бубль-гум. Это бубль-гум. Бубль-гум 100%. Я уже ем. Я еще ту не съел. Я ее вытащила просто. И куда дело? Положила на стол. Так, это вот это, да?
Я что-то такое ела, это не совсем не пончик. Чувствуется, короче, что-то жареное тесто какое-то как будто. Прикольно. Он самый вкусный. Очень да, странный вкус. На печеньки какие-то похожи. Точно, печеньки. Печеньки, маргариновые печеньки, короче. Да, вот у него привкус маргарина почему-то. Все, мы уже снимаем маски? Да. Угу. Маргариновые печеньки. Вот пончик самый вкусный. И он прям похож на пончик. Ну и бубльгум, знаешь ли, вообще ни с чем не перепутаешь. И бубльгум тоже. Бубльгум а вот это вообще непонятно. Ну. Просто как что-то ягодное. Победил пончик. Ну и странно. Очень странные вкусы. Они все смяты, смешаны. И поэтому вообще ничего не понятно. Но если бы пончик попался одним из первых, я бы в жизни его не угадала. Я бы угадал. Он прям по вкусу как печеньки. Ну не как пончик. Что-то мучное. Ну, кто бы подумал, что мы клубнику перепутаем с бубльгумом. Гомер пончик, Барт бубльгум, Марч голубика. Пончик больше всего похож, ну, наравне, вот бубльгум и пончик очень ну, похожи на свои вкусы. Ну, бубльгум тоже очень яркий вкус, мне понравился бубльгум. А вот этот просто похож на что-то ягодное. Ну, ты доедаешь свой бубльгум, ну да, очень странно, на самом деле, когда бубльгум... Смятый. Не, ну бубльгум что-то никогда не жевал мятную жвачку со сладкой в перемешку. Нет. Типа орбит берешь, такой мятный орбит, и фруктовый орбит просто закидываешь. Ну-ну-ну. Не мешало вкусы, жвачки. Ну ладно. Они такие прикольные еще. Маленькие гомерчики. Прям на тик-таках. А тут маленькие барты. А, вот. Они разные. У него там разные смайлы. Представляешь? Они нарисованы тик-таках. Без лица же. И смайлы разные, поэтому. Да, у него разные. Разные выражения лица у них. И у нее тоже разные. У них, ну, рот разный. Ну, оформление вообще супер. Именно потому, что они сами по себе такие классные и красивые, мы решили сделать кексы и украсить их такими красивыми. Я думаю, что получится очень классно. Именно поэтому мы решили сделать кексы. Кексы Симпсон, которые будут украшены ярко-желтым кремом. А сверху мы также их украсим тик-таком. То есть это будут Симс тик-так кексы. Получится классно. Смотрите, и ставьте вкусно. Лайки, подписывайтесь. Кстати, вот этот тик-так мы взяли, он вообще продается везде и уже давно вышел этот вкус, но мы его взяли, чтобы с вот этим сравнить. Ну да, чтобы не так легко было угадывать, а оказалось, что... А вот этот прикольно тоже сделан, как и Симпсоны. Мы ничего не угадали. На каждой дрожже разные рожицы. Угу. Там разные типа смайлики рожицы.